И снова поезд, время и пространство, спрессованное в дробный перестук. И дует в спину ветер дальних странствий, и все остановится недосуг. А надо бы, нужнее воды и хлеба, на полустанке в нежилой глуши сойти и лечь в траву, всмотреться в небо и к вечности примериться в тиши. Родился я 15 июня 1936 года, приближаясь к середине прошлого века, да? За 5 лет до начала бывшей Великой Отечественной, а ныне Второй мировой войны. Очень хорошо помню своих деда и бабу, это родители мамы, потому что родители отца погибли очень рано, и отец, и мать из местечек Полесье, ныне Житомирская область. Ближе к белорусской границе. Первые послереволюционные годы по этим местам ходили разные атаманы, приходили поляки, приходили немцы, приходили большевики. Ну, приходили так, условно говоря. Ну и все, кроме большевиков и кроме немцев, вырезали евреев.
Большевики не трогали, потому что сами были на процентов 80-90 этого племени. А немцы тогда были, резко отличались от тех немцев, какими они стали через всего лишь полтора десятка лет. Семья отца, ну, дедушка и бабушка, и дети прятались в простенке между двух хат. Простеночек, он был загорожен заборчиком. Они там прятались. И утром самого младшего моего дядю, дядю Авраама, выгоняли посмотреть, какой флаг на сельраде. Если красный, все выходили. Если любой другой, ну, кроме, ну, немцы не вывешивали флаг, прятались там. Однажды он прибежал, говорит, красный флаг. Они все вышли, а в это время банда атамана Струка выбила красных. Вытащили дедушку и бабушку и сыновей во двор, связали все руки, поставили кружочком. Дедушку заставили вырыть яму, уложили его туда, засыпали землей. Всех опустили через 15 минут. Бабушка тронулась умом и через недели две тихо ушла. Ну вот. Так что я их, этих деда и бабу я не знал никогда. Это что-то маечник, это дедушка? Нет, что-то маечник, это отец мамы. Папа Исаак Моисеевич Кофман был автодидакт, был самообразованец, как это? Самоучка. Самоучка, да. Но он был очень успешный самоучка, потому что к 17 годам он уже был учителем частным. В этом и в соседних местечках он ходил по семьям и учил детей всем наукам сразу. Основ арифметики, истории, языкам, правописанию. И еще чему-то. Одна из его учениц стала впоследствии его женой. Это моя мамочка. Потом они переехали в Киев. И в Киеве он попал в толстовский кружок. Стал толстовцем, отказался от мясоедения по Льву Николаевичу. И я, естественно, тоже. И все его дети стали вегетарианцами. Он был истовым толстовцем. Он не был верующим. То есть он был верующий а-ля Толстой. Толстой же был верующий, глубоко верующий человек, но церковь не признавал. И церковь его не признавала, как известно. Отлучили его от церкви. И мой папа тоже, он сказал, ну, Бог да, но церковь нет. Посредники не нужны. Хочешь побеседовать с Богом, зачем тебе переводчик, которому надо еще руки целовать. Он вел очень оживленную переписку со своими единомышленниками. Они как-то друг друга находили, и очень интересная переписка у меня сохранилась. И отец мой вел дневники, это я не так давно обнаружил, дневники с 24-го года. И они у меня есть. Они у меня есть. В том числе он переписывался с последним секретарем Льва Николаевича Толстого, с Николаем Гусевым, с Чертковым, постоянным своим секретарем. У них разошлись. Как-то ни в чем-то не поладили. Но есть какие-то свидетельства, что Софья Андреевна их разлучила. И он взял молоденького студента, Николеньку Гусева. И вот папа с ним переписывался. У меня есть переписка вся его с Гусевым. Очень большие подробные письма от Николая Николаевича Гусева к папе, папе к нему. Они обсуждали теософские вопросы всякие, философские вопросы и бытовые вопросы. И у них было очень много общих знакомых. Гусев стал потом, после смерти Толстого, директором дома-музея Толстого на Кропоткинской. Это интересно.
Дедушку и бабушку со стороны матери я хорошо помню. Помню, как дедушка молился, надевал талис, садился за стол, в центре комнаты стоял стол круглый, молился, он истово молился. И помню бабушку только один кадр, как она утром выходит из своей из нашей спальни. Помню ее образ. И помню ее очень хорошо в тот день, когда к нам в августе 41-го года привели лошадь, впряженную в платформу. Не телега с бортами, платформа, на которых балаголы, грузчики перевозили поклажу всякую. И мы грузились, чтобы убежать из Киева, потому что немцы приближались. И бабушка с дедушкой ни за что не хотели уходить. Кто нас тронет? Мы старые люди. И они помнили тех немцев. И вообще война через 2 месяца закончится. И ни за что. Мама повисла на бабушке. Нет, нет, нет. И они остались. У нас была девчонка молоденькая, Таня Мисюра, из тех девочек, которые во время Голодомора из сел, из Киевщины и из более дальних приходили в город, искали пристанище, хлеб и покормиться. Ну и она была у нас няней, она меня нянчила, и она стала с дедушкой и бабушкой. Мы уехали. После войны она нам рассказала, что когда появилось это объявление, известное всем евреям Киева, явиться на улицу Большую Житомирскую, в район еврейского кладбища туда, для переправки в другое место, взять с собой документы и ценные вещи. Но дедушка что-то захлопотался, не нашел каких-то документов и не пошел, решил, пойду завтра. К вечеру стали доноситься слухи, что там происходит в Абимьяре, и он с бабушкой, а жили мы на улице Горького, бывшая Пролетарская, бывшая Кузнечная, в полутораэтажном домике в глубине двора, старой постройки домик, и они забрались на чердак. И Танечка им носила в течение 6 дней еду туда. А потом на 7-й день наша дворничиха Матрена Федоровна привела немецкого офицера и показала. Их забрали, конечно. Но мы этого не знали. Thank you.
Люди моего поколения прожили, к счастью, долгую жизнь. Я порой думаю, что тем молодым людям, которым сейчас 20 лет, и у которых еще все впереди, им очень трудно представить, какую жизнь прожили мы, те, которым уже под 80, иногда чуть больше. Это, я думаю, что вот те, которые живут и здравствуют, они являются живыми свидетелями той эпохи, которая была довольно страшной. Мы пришли к сегодняшнему дню, и именно люди моего поколения прекрасно понимают, что, к величайшему сожалению, тот режим и тот строй до сих пор себя не изжил. Это все продолжается. Просто, может быть, изменилась форма. Именно Роман Кофман является той личностью, тем человеком, тем музыкантом, тем писателем, который, я абсолютно убежден, думает об этих же проблемах так же, как думаю я. Гия Кончели – это вообще особая глава моей, не только творческой, вообще в моей жизни. А свела меня с ним тоже политика партии и правительства в репертуарных вопросах. Я готовил студенческий оркестр Киевской консерватории к конкурсу, республиканскому конкурсу студенческих оркестров. И в программе должна была быть обязательно пьеса советского автора. Я просмотрел, что бы это могло быть, и в одном сборнике пьесы советских композиторов я нашел пьесу незнакомого мне Кончели «Ларго для струнных». Нашу первую встречу Роман Исакович замечательно описал в одной из своих книжек. Это было давно. Произошло в Киеве. И тогда я был с театром Руставели на гастролях. Мне сказали номер, где он живет. Я набрал этот номер, представился и сказал, что мы учим его пьесу «Ларго». Не будет ли он добр, не найдет ли он возможным посетить нашу репетицию, чтобы мы сыграем, а вы нам посоветуете, что хорошо. Он пришел и не сам, а привел с собой целую команду актеров театра. Они уселись сзади в партере, в последнем ряду партера. Мы сыграли «Ларго». Мы сыграли. Я повернулся в зал, и он пошел медленно, как он до сих пор. Ему тогда было лет 45, я думаю. Он уже тогда, его поход, движение к сцене было исполнено величия, мудрости и покоя. Он дошел, поднялся на сцену и сказал следующее. Хорошо вы играете, но надо играть медленнее. Мы начали еще раз, он тут же стоял, мы начали совсем медленно, просто очень медленно, крайне медленно, скажу так. Я спрашиваю, так? Он говорит, надо еще медленнее. Мы еще раз начали, мои руки вообще просто зависали в воздухе, я не знал, куда их девать. Так? Он говорит, нет. Надо, понимаете, надо так, чтобы вообще ничто никуда не двигалось. Я сделал вид, что понял, но я не понял, как это. Музыка – это же процесс. Как же может быть?
куда она может двигаться обездвиженная, какой может быть процесс. Я сказал, я не мог больше дирижировать, я сказал, мы постараемся. Мы сыграли это на этом конкурсе, кстати, заняли первое место, но это другая тема, другая история. Я стараюсь очень коротко изложить какие-то свои пожелания. Он это все выслушивает. И я думаю, что параллельно он с чем-то соглашается, а с чем-то не соглашается. И это очень хорошо. Так должно быть. Он все слышит, все видит, а самое главное, все чувствует. Тогда мне трудно было понять, что он разработал свои принципы движения. Это когда двигаются не мелкие части материи, а движение как относительное сопоставление появления в действительной материи разных огромных сфер. Так бывает, вот, когда смотришь в небо, облачное небо, висят облака, и как будто никуда не движутся. Потом через 10 минут посмотришь, они все уже в другой части небосвода. Вот такое-то движение каких-то огромных масс, которые процесс этого перемещения не заметен. Я вообще-то, видимо, баловень судьбы. Я имею в виду мое окружение. Притом я, к сожалению, максималист. И очень многих людей не принимаю. А если кого-то принимаю, то на всю жизнь и по-настоящему. Я считаю большой удачей то, что в моей жизни в определенное время появился Роман Исаакович Гофман. Я считаю его явлением, потому что человек, который за дирижерским пультом и на литературном поприще является необычайно ярким, необычайно громким, и в то же самое время необычайно тихим и высокоинтеллигентным человеком, вот, наверное, это и есть явление. Я с огромным уважением отношусь к его супруге, которая когда-то руководила детским хором, являлась создательницей этого хора. Потом прошло много-много лет, и в одном из проектов Гидона Кремера концерт этот состоялся в Берлинской филармонии. Было исполнено мое сочинение «Ангелы печали», и в этом сочинении пели девочки, которые представляли хор «Щедрик», которым руководит дочь моих дорогих друзей, Маша. С ним связаны тоже по-человечески очень крепко. Я чувствую связь неразрывную с ним и с его очаровательной женой Люлей.
повестка брату моему старшему, Мише. Ну, ему не было еще 18 лет, и на фронт его нельзя было отправлять. Поэтому его направили в пулеметную школу, город Кушка. Это самая, если помните по школе, самая южная точка бывшего Советского Союза. Это Туркменистан, на афганской границе. Он им писал оттуда письма. Недолго, потому что вскоре ребят покрепче, он был такой взрослый парень, на вид, его отправили на фронт. И он попал на киевское направление. Мы получали от него несколько треугольничков. Последний треугольник от него пришел, нельзя же было писать обратный адрес. Но написал, я сейчас пишу это на берегу той речки, куда мы ездили на велосипедах купаться с дачей. Значит, это либо Бучанка, такая речушка, либо Ирпень. Но ясно было, что он пишет, через день-два буду дома. Обязательно зайду домой, проведу бабушку с дедушкой. Обязательно пришлю какую-либо вещицу из Киева. Это было последнее письмо. Появился тоже вот в те годы, когда мы познакомились с Гедоном, с Наташей Бурман, с Олегом Каганом, с этой плеядой артистов, потому что Наташа и Олег Каган привезли в Киев играть своим студенческим оркестром «Табулу раса», «Чистую доску», «Арво Пиарта». Тогда я впервые познакомился с его музыкой и с ним лично. Знакомство с ним у меня было очень, очень забавное. Он приехал, прилетел самолетом, появился поздно вечером у нас. И сразу с порога попросил клей, нотную бумагу, и карандаш, и резинку, и еще что-то. И спросил, где можно уединиться. Мы ему, ну, комната была готова для него. Он жил у нас эти дни. Оказывается, его итальянский концерт для скрипки и виолончели был исполнен впервые этой же парой артистов в Таллине, и ему там не все понравилось, он решил внести коррективы. И вот он там сидел, пока мы его не вытащили к чаю на кухню. Это мучительно для вас исполнение? Я уже привык, да.
Вы идете на первую репетицию с каким чувством? Иногда можно исправить, когда кажется, что надо. Иногда нет. Иногда сделать еще хуже. Это надо смириться. И надо дать время всем, не только оркестру и дирижеру, но самому себе надо дать. Это были очень хорошие концерты. Он так метко ловит, быстро чувствует. Думаю, что у нас есть связь. Еще очень важно, что когда с человеком легко, это о многом говорит, и тогда все получается. На следующий день он заявил, что он пойдет к Вале Сильвестрову. Спросил адрес его. Он хотел показать свою музыку Вале и послушать его музыку. Поэтому я ему дал с собой роскошный финский аппарат. Он ушел вечерком после 10 часов вечера. Была зима. Спустя какое-то время звонит Сильвестров Вале. Ребята, что, где Арва? Я замерз уже здесь, холод дикий, я не могу больше стоять. Мы говорим, но он уехал уже больше, чем полчаса назад, а езды 10 минут меньше. Переехать Днепр и все. Мы говорим, ну иди, Валя, иди домой, а мы сообщим. Короче говоря, потом позвонил Валя, все в порядке, Арва у меня, не волнуйтесь. Что оказалось? Как только он вышел, а мы жили на бульваре Дружбы народов 3Б. Рядом с нами гостиница, гостиница «Турист». И там был милицейский пункт. И Арва остановил милиционер. Как-то он переходил дорогу. Ну, человек странного вида, рыжая борода, такой иностранный вид у него, какая-то дубленка не нашего пошива, скажем так. Не очень уверенно переходит дорогу. В руках непонятный аппарат. Он его остановил, спросил, что у вас в руках, кто документы ваши. Он говорит, нету при мне документов. Угу. А что это у вас в руках? Он говорит, это музыкальный центр. Чей ваш? Нет моего приятеля. А где ваш приятель живет? Вот в этих домах где-то. А точнее, ну вот где-то, а там 4 одинаковых дома стоят. Чешский проект такой. Еще у него акцент. Акцент непонятный. В общем, его пригласили в этот пункт милиции. Он где-то вот в этих домах на последнем этаже. В общем, его там допросили с пристрастием. Каким-то образом он сумел им объяснить. В общем, они его отпустили с Богом, но из-за этого была задержка. Потом он вернулся, все было в порядке, домой. На завтра после репетиции я пришел домой. Мы ждали его к обеду. Он пошел смотреть город. К обеду он не пришел. После обеда 2 часа прошло, он не пришел. Мы заволновались. Наконец звонок
Ребята, вы волнуетесь, наверное? Конечно, волнуемся. Где вы, Арва? Я в Житомире, он говорит. А что вы в Житомире делаете? Как вы туда попали? Я забыл вам сказать, мне еще в Таллине сказали, что в Житомире есть один батюшка, с которым есть смысл побеседовать. Я ваш телефон забыл просто, а вот сейчас нашел бумажку и звоню. Извините, со мной все. То есть его знакомство с Украиной началось со знакомства с милицией и с духовным лицом. Вот с этого начал. Потом я понял, что с милицией у него знакомство не судьбоносное, а вот с духовным лицом судьбоносное, потому что это глубоко верующий человек, Арва, в котором соединяется действительно глубокое, непоказное религиозное чувство, не церковное, а именно религиозное чувство, и очень, очень трезвое видение мира и всего, что в мире происходит. Потому что в музыке у него есть отклики на совершенно земные события. В частности, мне приходилось играть его, участвовать в концертах, таких международных акциях, концертах, скажем, в поддержку Ходорковского. В Лейпциге, в Геванхаузе, 4-я симфония, посвященная Ходорковскому. Безусловно. Концерт, который состоялся в Лейпциге, это было, когда играли мою 4-ю симфонию. Это очень-очень трудное произведение. В каком-то смысле, вот в том плане, как и табула раса была. Для начала, вот в 70-е годы. И первое исполнение. Он с такой легкостью, с одной репетицией хватал все, что написано. Может быть, он рожден для этого. Я думаю, не только я его ценю, но и великие музыканты, как Кидон, надеются на него в какие-то моменты, ответственные моменты, неожиданные какие-то моменты. Вот у него такой дух. У него душа, как у ребенка. Я думаю. Звери ищут родственные запахи. Люди ищут родственные души. Этот поиск, пожалуй, и удерживает человечество от распада. Он составляет суть нашей ежедневной суетной деятельности, нашей великой мороки, смысл которой мы не всегда угадываем. Thank you.
Освободили Киев 6 ноября 43 года. Вернулись мы в марте 44. Затем в наш дом, когда мне было 10 лет, пришел старичок со скрипочкой под мышкой, с футляром под мышкой. Где Миша? Оказывается, он, я об этом не знал, до войны он приходил и давал какие-то уроки брату старшему. Ну, ему сказали: Миши нет, вот он погиб. А это кто? Это вот подрастает, давайте я буду его учить. Он написал большой лист, нарисовал мне 7 нот гаммы, как они называются, и потом все остальные строчки заполнил темами русских, украинских, еврейских народных песен, и также некоторых песен советских композиторов, патриотических песен. Помню хорошо песню о Будённом «Братьев Покрас» и так далее. Никаких упражнений он не знал, этим не занимался. Он был свадебный музыкант, клезмер. И как занятия проходили, он приходил, открывал свой футляр, разматывал ту тряпочку, в которой скрипка хранилась. На диване это все было. Садился на диван. Я играл темы, которые он мне нарисовал, а он играл аккомпаниатором. Та-та-та-па-па-па. Родители млели, и вот это были мои университеты. Так продолжалось год. После окончания года этого он сказал: я дальше не могу заниматься с ним, ему надо музыкальную школу, я дальше не знаю, как его учить. И меня отвели в 3-ю музыкальную школу города Киева, где проверили мой слух, ритм. Ну, их это устроило почему-то.
И вот я начал там заниматься. Но я был переросток уже, потому что мне уже было 11 лет. И я как-то за 3 года дошел до 7 класса. Не благодаря таланту и тем более усидчивости, а просто по возрасту. Меня переводили из класса в класс. В 7 класс я решил поступить, перейти в 10-летку музыкальную. На вступительном экзамене я получил 2 по специальности. Единодушную 2, заслуженную. Значит, если единодушная, значит, наверняка заслуженная. Все проголосовали за эту 2, но один из педагогов по фамилии Гутман, Иосиф Аронович, сказал, что, знаете, мне кажется, что он не виноват, его так учили. По-моему, в этом мальчике что-то есть, мне кажется. Давайте возьмем условно на год, поставим ему 3, и я постараюсь его исправить. Что-то во мне переключилось, когда я приехал после каникул, и мне сказали, что Гутман уехал в Новосибирск. У меня что-то, какой-то тумблер переключился. И я дома заявил, что я уеду к Иосифу Ароновичу в Новосибирск. 52-й год. Новосибирск – это город, где уже земля закругляется. Вот где там, ну, в представлении обывателей киевских. А мои родители – это были типичные киевские обыватели. Это город вообще, где по улицам медведи ходят белые. Как никуда ты не поедешь. Я сказал дома, значит, не подпустите, я бросаю музыку. Это подействовало. И мама сказала, давай пальто подошью его ботинам. Меня отпустили. Вечерами в училище, потому что все не местные, не имели возможности. Конечно. Мы снимали углы, по углам жили, заниматься могли только в училище. Когда вечерами там мы все как могли устраивались. А питаться мы все дома мы не питались. Там было кафе, столовая 8. Да. Как он говорит про себя, и ходил в столовую, кафе в столовую 8, ел картошку, у него все было одно плюс картошка. И вот мы тогда уже друг друга приносили так. Кто шел раньше, приносил пирожки там с капустой, с картошечкой. Ну и его мы взяли тоже на пороки, стали его подкармливать. Ну это прикормило. Но первые полгода мы жили у Гутмана дома. Ему там выделили особняк, деревянный, но отдельный домик. У него было 3 детей. 2 из них занимались на скрипке тоже. И нас 3 скрипачей. И каждому надо было заниматься. И вывешивалось расписание на стеночке, кто когда занимается. И там надо было уже вкалывать. Я 1/2 года жил и потом ушел. Ну потом дальше. Снимать. Угу. В ту квартирку, куда ты принесла пирожки. Гутман имел уже учеников известных. Пеказин, Грач, Эдик. Эдик, ну да, Эдуард Давыдович, по-моему. Ныне знаменитый профессор Московской консерватории, завкафедрой Московской консерватории. Я слышал тогда Леонида Когана, молодого. И Галус Генрих Густавович играл концерт Шопена.
очень поэтично, музыкально. Михаил Вайман, знаменитый. Довольно оживленная была концертная жизнь. И это было странно, немножко странное сочетание этого занесенного снегом вот по уши города. Снег не убирался зимой. И мой первый заработок был в жизни вообще, заработок, это скалывание льда на тротуарах. Люди в оперный театр, хорошо помню, приходили женщины в вечерних платьях и в валенках, которые снимали, они там, значит, в гардеробе снимали эти валенки, стаскивали и надевали туфельки. Это такой странный баланс между такими полюсами реальности и нереальности, которые мы видели в опере или слышали в концертах, он производил впечатление. Кроме того, при советской власти, в Советском Союзе, в этом жутком государстве, звучало много классической музыки по радио. 0 часов после курантов обязательно был концерт классической музыки. Но 0 часов это в Москве, в Новосибирске это было 4 часа утра. Газета «Советская Сибирь» была на столе у Юрия Воронича. И каждый день он изучал программу передач. И если было что-то, что надо было обязательно, нельзя было не слышать, значит, ставили будильник, он это красным карандашиком обводил в расписании, в программе передач. И без 5-4 поднимал нас, мы вставали, включали Москву и слушали. И я помню, что Иосиф Воронович после академ-концертов давал в Киев телеграммы: «Поздравляю с блестящим выступлением Ромы на академ-концерте». Вот. Вот такая вот атмосфера была. Он необычайно талантливый человек и как музыкант, и как дирижер, и как писатель, и как поэт. Он просто личность, и вот эта личность угадывается и в его глазах, по которым я очень скучаю, по его улыбке. У него замечательное чувство юмора, никогда не ранящее, но ну, как бы гладящее по душе. Мне позвонила домой худрук колонного зала филармонии киевской, легендарная женщина Рахиль Львовна Лефлер. «Ромочка, это вы?» «Да, это Рахиль Львовна». Вы знаете, странная история. У нас запланирован концерт Гидона Кремера. Он приедет с Таней Гринденко. Я говорю: ну, замечательно, что тут странного? А странное то, что он заявил, что он хочет играть только с оркестром Романа Кофмана. А я не знала, что вы дирижер. Вы разве дирижер? Я знаю вас как скрипача. Рахиловна, ну, вы меня не знаете как дирижера, потому что не пускаете меня на сцену Киевской филармонии. Вы. Вот. Ну, Ромочка, это не я, но ладно. Мы объяснились. Спасибо за информацию, я приду на концерт. Рахиловна положила трубку. Спустя несколько дней звонит. Вы знаете, положение усложняется. Мы ему сообщили, что вот это невозможно. Он сказал: нет, я тогда не приеду. А мы не хотим терять, конечно, этот концерт. Он запланирован, уже продаются билеты. Это его первый приезд после победы на конкурсе Чайковского. И она говорит мне: Рахиловна, директор филармонии был вынужден сказать: ладно, пусть Кофман так Кофман, но Кремер должен приехать к нам. Ну, потом состоялся концерт. Он носил характер сенсации. Это была моя первая встреча на сцене с Гидоном. С Ромой мы потом, уже подружившись, стали регулярно играть, стали встречаться, искать друг друга. Моменты, когда было тяжело. И эти творческие встречи всегда были слишком коротки. И всегда хотелось следующие. Поэтому так и сложилось, что мы, в конце концов, успели немало. Рома побывал и на моем фестивале, которым я руководил лет 30, в Лохенхаузе, в Австрии. Я побывал на его фестивалях. И в Бонне, и в Киеве. Мы сотрудничали с его оркестром, как он сотрудничал с моим, с моей премьератой Балтикой. Что я хочу упомянуть, и что для меня очень дорого, это его отзывчивость всегда, в любой ситуации. Касалось ли это музыки, текстов, отношений,
Рома всегда был открыт, Рома всегда был добр. Качества не так часто встречаемые, как ни странно, в нашей будничной жизни. Я всегда поражался его искусству сохранять спокойствие даже в самых беспокойных моментах, в самых стрессовых ситуациях, его уравновешенности и, можно сказать, его мудрости. Угадывать важное за лесом неважного, опять же, не каждому удается. И Рома принадлежит к тем редким людям, которые настолько живет внутренне важным, что внешнее сумбур, шум, безусловно, на него влияет, но не подавляет его. Не подавляет его чистой сути, не подавляет его стремление служить чему-то, что выше нас. И этим мне Рома очень дорог, потому что это и мои идеалы где-то, и поэтому мы как-то друг друга, наверное, понимаем, как говорят, с полуслова. Через сезон он приехал опять. Это, значит, был уже 76-й год. С тех пор мы много играли вместе. Очень много играли вместе в разных странах с разными оркестрами. Но его второй приезд был знаменателен тем, что он с собой привез Альфреда Шнитке. Потому что в программе был концерто Гроссо номер один. И партию рояля и чембала играл Альфред Гарриевич Шнитке. Вот тут мы познакомились с Альфредом. Альфред приехал, привез с собой, а что значит подготовленный рояль? Под струны подкладывается однокопеечная монета. Шнитке привез с собой мешочек с однокопеечными монетами и репетировал. И участвовал в концерте. С тех пор мы со Шнитке еще тоже встречались, и не раз. В частности, я осмелился и устроил в Киеве, при том, что за ним шла слава не только творческая, но и слава полузапрещенного автора. Я устроил в Киеве его авторский концерт, первый в его жизни. Он очень, очень любил бывать у нас дома. И звонил в Киев, хочется побывать опять на вашей кухне. Ирина Николаевна готовила ему жареную картошку, которую он очень любил. Очень скромный человек. Скромный в таких внешних проявлениях, да, поведения. Но в творчестве, конечно, невероятно яркий, это не то слово. Спокойно воинствующий, я бы так сказал. Спокойно, уверенно, на твердых ногах. Воинствующий человек. Конечно, тогда по молодости лет и по особому ощущению, вот, которое присуще этим дурацким годам, думаю, что это все еще будет повторяться и повторяться много раз. Но тогда я уже чувствовал, что что-то тут не то. Я в одной из своих книжек написал, что, чтобы вы поняли мое ощущение, ощущение дирижера, у которого в оркестре один голос играет Альфред Шнитке, было таким, как если бы вы представили, что вы командуете полком, а в четвертом ряду, второй слева, Суворов, например. Да? Я не могу не сказать, что я под большим впечатлением всего того, что Рома написал. Потому что в его словах, в его текстах, в его стихах, прозе я слышу те же обертоны, которые я слышу в музыке, в замечательных партитурах авторов, которые нам с Ромой очень близки. И мне дорого то, что он какой-то родной, он какой-то близкий, непретенциозный, внимательный, чуткий. Рома был отзывчив ко всему новому, как он и отзывчив сейчас, и не случайно его последняя книжка называется «Слава работодателям», потому что он отдает себе отчет, что наш долг
первую очередь связан с теми, кто создает музыку. Что мы не должны выпячивать себя, а что мы должны служить тем творцам, которые оглядываются на высшие, и стараться их понять, стараться их представить. Мне было близко то, в Роме остается близко, что с ним всегда на эту тему можно говорить, и с ним можно найти точку отсчета, где он с удовольствием возьмется за то, что ему предлагают. Предлагают друзья или те, кто с ним одной веры, скажем так, музыкальной веры. Потому что единомышленников на самом деле не так много. И я считаю, что вот Рома один из них. Каждый из нас пытался что-то сделать для других. И я всегда смотрел на Рому как на старшего коллегу, который тоже подавал мне пример служения. И вот служение в таком самом скромном, но верном понимании, оно, наверное, окрыляло его, как окрыляет меня. Консерватория. Могу сказать, что в те годы, когда я там учился, это был 54-57 год, я не закончил там консерваторию, вернулся в Киев. Была консерватория очень даже не слабая, имея в виду состав педагогический, профессорский. В бытность мою в Горком на фортепианной кафедре преподавали Яков Зак, Яков Флигер, Григорий Романович Гинзбург. На духовой кафедре, например, тромбон преподавал солист госоркестра СССР, тромбонист Константин Ладилов. Валторну преподавал первый валторнист госоркестра СССР Янкелевич и так далее, и так далее. Я занимался у профессора Португалова, который закончил Петербургскую консерваторию по классу Леопольда Ауэра. И диплом свой получил, естественно, из рук Глазунова. Замечательный профессор, очень интересный человек. Я к этому времени работал уже в филармоническом оркестре Горьковском. Будучи студентом первого курса, я туда попал. Мне было 18 лет. Мне нужно было работать обязательно, потому что помощь от родителей была вынуждена скудной. Но он мне поставил условия, Португалов. Значит, первая лекция в 9 часов. До 9 я должен 3 часа набрать занятий. Жил Португалов в консерватории, в классе, где он занимался. Там у него стоял сундук с одеждой. Там диван был, на котором он спал, письменный стол, пианино. Там он занимался, и там он жил. И заниматься надо было в консерватории. Не там, где ты снимал комнату, где-то жилье. В консерватории. У него было 6 учеников. 6 мы уже обязаны были быть в консерватории в 6 утра. По классам разным. И мы уже слышали где-то в 6:30. Он был, хромал сильно. С палочкой стучит. Виталий Платонович проверяет, все ли его занимаются ученики. Я занимался хорошо. Я 2 консерватории закончил. За 10 сессий у меня была 1/4. По политэкономии в первой консерватории в Горьком. И то не потому, что я чего-то не знал, потому что я слишком подробно рассказывал. А вел политэкономию полковник в отставке, который любил четкие ответы по форме, да, по военной, как доклад, отчет, да, позвольте доложить. Говорит, ты много рассказываешь. Ну, такой был на ты. 4 поставил. Остальные у меня были все 5. И однажды я в Горьком не сдал зачет по физкультуре. И меня сняли со стипендии. Зачет заключался в том, что нужно было пройти на лыжах 3 километра с любым временем. То есть дойти до финиша по круговой. Короче, я не дошел до финиша. Потому что я там впервые стал на лыжи.
в Горьком столкнулся с одним спортсменом, и меня сняли за нарушение правил уличного движения, сняли с маршрута, и я не получил зачет. И я потерял стипендию. Это было плохо. Зимняя сессия, это было январь. Сессия, потом каникулы, потом пошел второй семестр. И конец месяца мне студенты говорят: ты стипендию получил? Я говорю: у меня сняли стипендию. Ну, там мы тебя видели в списке. Иди получи. И я, стыдно, я стыдился очень, но я пошел, ну, какое-то недоразумение. Ну, раз я есть в списке, я пошел и получил эту стипендию. На следующий месяц то же самое. В мае умирает Португалов внезапно. Ректор консерватории собирает его учеников у себя в кабинете. Мы выходим, он мне говорит: Рома, задержитесь, пожалуйста. Я остановился, он говорит: тут пришла телеграмма от Ефрема Цимбалиста, который был знаком с Португаловым по детским годам, по учебе у Лаура. Он прислал телеграмму соболезнования. Переведите мне с английского его телеграмму. Я остался, все вышли, а он мне говорит: я знаю английский язык, мне не нужен перевод. Я хочу с вами поговорить вот о чем. Скажите, Рома, вы стипендию получили эти полгода? Я залился краской и признался: да, получил. А вы знаете, что это за деньги? Нет. Это были деньги Витольда Платоновича. Об этом знал только ректор, кассир и Витольд Платонович. Жесткий человек, который улыбался раз в году, наверное. Вот так, не говоря мне ни слова, помогал мне жить. Если человек неблагородный, человек, это чувствуется даже с первых звуков иногда. А если не со звуков, то с первых фраз, с первых поведенческих каких-то таких штрихов. Тогда трудно. Мне везло. Судьба меня хранила. Люди, такие как Пярт, Шнитке, Сильвестров, Бибик и так далее, из этого же ряда. Подарок судьбы. Особая совершенно страница в моей дирижерской жизни – это композитор Бибик.
эта музыка меня заинтересовала по-настоящему странным взаимоотношением между очень просто написанным текстом, который не сулит никаких происшествий, никаких таких интриг, каких-то взрывов, каких-то взлетов. В партитуру видишь аккуратно, круглыми нотами выписаны что-то, состоящее из цепи белых нот, то есть большие длительности. И так, глядя в партитуру, не представляешь, как это, что из этого можно сделать. Но потом играешь, и без особых ухищрений, без каких-то вмешательств, без каких-то срочных мер по улучшению баланса или так далее, при полном почти невмешательстве это начинает звучать и дышать. Вот эта загадка не разгадана мной еще до сих пор. Как это? Почему это так? Что это за свойство этого автора? Потом я играл его много сочинений, скажу. И концерт для скрипки и альта, и симфонии его, и концерты фортепиано, и в конце концов оперу его, которая не звучала никогда до того, как я прикоснулся к ней. «Бег» по Булгакову. Замечательное сочинение. Замечательное сочинение, на которое ушло очень много энергии, потому что он, к сожалению, не оставил партитуры. Такой законченный. Но удалось все это довести до спектакля, до показа филармонии. Все это состояние, я был очень доволен. А инсульт уже случился после премьеры. Так что музыка Валентина Савича, «Бибика», досталась мне потом и кровью, скажу так. Но когда повязаны с кем-то кровью, это особое братство. Так что я так виртуально, он, к сожалению, уже ушел от нас. Мы с ним повязаны, я считаю. В моей жизни появился Олег Каган, Наташа Гутман. И условием приезда в Киев они ставили концерт в сопровождении студенческого симфонического оркестра Киевской консерватории. Появился Володя Крайнев, появился Володя Виардо, появился Коля Петров, Миша Плетнев, Лианочка Исакадзе, или Собер Саладзе, и так далее, и так далее, и так далее. И каждый, конечно, привносил в мою жизнь нечто очень богатое, кто что мог. И я подпитывался от этих батареек током разных напряжений. Было понятно, что Роман замечательный музыкант, и очень легкий, и элегантно красивый, как человек. И что первая встреча будет иметь продолжение, так это и было. Мой муж, Олег Каган, я, Лисо Версаладзе, мы как-то сразу ощутили такую близость дружескую. И сразу какие-то планы и концерты, и было общение замечательно, интересно. Было понятно, что не просто сотрудничество такое музыкальное, а очень теплые отношения сразу возникли у нас. Восторженно реагировали на то, как он работает с оркестром, какие композиторы входили в круг его исполнения. Это и много
новой музыке. И всегда, по-моему, он стремился тут же, если там, например, Шнитке написал что-то, он делал все, чтобы тут же исполнить. Любимые его все композиторы, он воспитывал таким образом музыкантов просто по-настоящему. Это никто, по-моему, не делал, если делал только наоборот, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не услышал бы. Киев был у нас такой точкой притяжения. Благодаря Роману Саввичу. Да, конечно. Раз вот я горжусь, что первый выезд после большого перерыва на запад, то есть на такой север, в Финляндии. Мы вместе поехали. Я просто сказала, я не буду играть, потому что второй Шостакович, это не каждый дирижер может сыграть, и тем более, в общем, я зацепилась за это. Ее не пустили. Тогда замечательно аккомпанировал. Гастроли первые зарубежные. Вот это надо вспомнить, кстати, не задумывался я. Четвертая симфония Сильвестрова. И второй виолончельный концерт Шостаковича. Наверное, это был. Отчасти показывает отношение наше, вернее, Олега в данном случае. Кроме, это был момент, когда Чернобыль вспыхнул. А у Олега, значит, это было 26 апреля. А у Олега концерт сольный в Киеве 15-16 мая. И мои друзья физики сказали, что ты не сможешь ехать, потому что у Олега было нездоровое горло. В общем, мы там были причины, чтобы он поберег себя. Я под впечатлением этих рассказов, значит, вскочила и тоже позвонила Роме. Ребеночка, я такая история, что мне говорят, что не надо любить. Я понимаю, никаких обид, конечно, да. Но прошли минут 10, Олег вскочил и пошел к телефону и сказал, чушь какая, меня ждет Рома, меня ждет оркестр, и я как трус какой-то не поеду. Поехал. У разных людей по-разному действовало. Так что скреплены, стремились еще приехать, еще что-то сделать. Так что Киеву повезло. Люди, с которыми меня судьба сводила, это такой подарок судьбы, который я должен как-то оправдать. Стараюсь, получается или нет, не знаю. Думаю, что не получается. Thank you.
Thank you.
В те дни возле филармонии все горело, дымилось. Прямо возле филармонии, чуть-чуть ниже филармонии, если из подола, чуть ниже, на 10 метров, стояла баррикада, на которой почему-то висел портрет Бетховена. Я в филармонию пробирался через какие-то овраги, через стежки, потому что через Майдан, понятно, по Грушевскому. Как-то со стороны подола, по каким-то тропам, да, буквально по тропам к арке вот этой Дружбы народов, и сверху спускался филармония. Да? Не было регулярной работы, и времени не было. Это было решено завтра сыграть этот концерт. Объявили, как узнал народ, я не знаю. Собрался полный зал, концерт транслировался на Майдан, без аплодисментов. Музыка, она же говорит без слов, поэтому то, что я сейчас говорю, это, по-моему, лишнее. Я рыдал все время, внутренне я рыдал, и у меня прорывалось это все время. Мы сейчас находимся на кладбище. Мы вносим свой вклад в отпевание молодых людей, и не только молодых людей, всех погибших из состава Небесной Сотни. Из глубины того, что есть душа, поднимаются такие ресурсы, которые обычно дремлют. Понимаете, мы находимся в центре событий, и в эти страшные дни мы не могли работать. Вчера, когда появилась эта идея, по звонкам, по телефону собрали оркестр. Все пришли и с большим энтузиазмом работали. Дуже чіпається душу. Сумно. Є легка сльоза в очах. Слушно говорити після цих событий і після такого исполнения. Ця музика, цим составом, цим дирижером, по-моєму, сказано все. События, которые были. Я всегда говорю, что артист не может быть равнодушен. И многие открещиваются от этого, говорят, нет, мы должны заниматься только своим делом, мы служим звуком, а все остальное нас не должно касаться. Я тоже не хочу быть политиком, как и Рома не хочет быть политиком. Но быть равнодушным к несчастью того, что происходит вокруг, невозможно. Если ты хочешь сохранить свое артистическое начало, если ты хочешь сохранить свою человечность. Горький пожаловал Шостакович Дмитрий Дмитриевич. Была организована встреча Шостаковича со студентами и преподавателями консерватории. Это проходило в зале консерватории, который был переполнен. Шостаковичу тогда было всего-навсего 49 лет. Но мне он казался уже почтенного возраста человеком. Он появился на сцене, поеживался и вел себя очень смущенно как-то. Когда отвечал на какие-то вопросы, его попросили сыграть что-нибудь. Он начал объясняться, я не занимался. Но его уговорили, конечно. Потом наизусть не помню.
Тут же из зала побежали через головы ноты. 24 прелюдии и фуги кто-то передал ему. Ну, приготовили для автографа, наверное, передали ему. Он сел за рояль. И перед нами оказался уверенный, такой без страха и сомнения артист. Он играл свободно, замечательно. Это была очень памятная встреча. Потом мы встретились с Дмитрием Дмитриевичем, это значительно позже. Я уже был в Киеве, уже работал в Киевском камерном оркестре скрипачом. И мне понадобилось поговорить с руководителем оркестра, это был Шарой, Антон Шарой. Он жил тогда в гостинице «Украина». Я постучался к нему в номер, его не было. Я решил проверить, может быть, он в ресторане. Действительно, он оказался в ресторане, но он сидел с Шостаковичем и с женой Шостаковича за столиком. А Шостакович был в Киеве в связи с предстоящей премьерой Катерины Измайловой. Шаров меня увидел, он сидел лицом ко мне. Пригласил к столику. Я подошел. Шостакович у окна сидела, супруга сбоку. Шаров говорит, это концертмейстер нашего оркестра. Шостакович начал подниматься со своего стула, что было не просто, потому что он сидел у самого окна, надо было отодвинуть стул назад. Причем он это все совершил с трудом, поднялся. Он торопился почему-то. Подал мне руку Шостакович, говорит, человек, который во всех музыкальных школах, на всех стенках, да, его портрет висел. Я понял, какая мера глубинного, серьезнейшего воспитания человека, почтения к какому-то мальчишке. Потом, вскоре после этого, в составе камерного оркестра киевского, я был в Москве, мы играли концерт в зале Дома композиторов. Среди пьес, которые мы исполняли, была прелюдия и фуга Шостаковича в обработке Баршака. А Дмитрий Дмитриевич жил в этом доме, где на улице Нежданова, где дом композитора. И он пришел на репетицию, сидел в зале. Его сердечность и уважительное отношение к коллегам, мы, ну, ребята, да, девчонки и мальчишки, но он считал коллегами нас, и это нас поднимало в своих глазах, и это было замечательно. Горьковской консерватории я не закончил, потому что, когда я шел на четвертый курс, вот после смерти Португалова как раз, в конце сентября я получил телеграмму из Киева. Вылетай срочно. Моя сестра умерла в Киеве, старшая сестра. Ей было 34 годика всего лишь навсего. Я приехал на похороны и понял, что мне оставить родителей нельзя. Брат погиб на фронте, сестра умерла вот так. Я один остался, и я решил вернуться в Киев. Я стал студентом Киевской консерватории.
Я помню, он записывал пятую симфонию со студентами. Ну, еще в такое, в то время. Как-то разрешили, не знаю. И он записывал. А там в середине одно место есть, где колыбельная. Та-да-ра-да-та-да, колыбельная. И она окутана еще ветром, какими-то остатками предыдущего хаоса. И мы пришли прослушивать этот фрагмент. И тут оркестр тоже все слушают. И вот когда дошло до этого места, он мне говорит такую фразу. «Валя, это гениально!» Я так на него посмотрел. «Но не больше!» То есть чувство юмора. Вот это, но не больше. Вот. Мне это очень понравилось. И вторая фраза, я вот такая, говорящая о какой-то очень человеческой, очень такой точной, это когда шестую симфонию я ему давал, он шестую симфонию же и записал в Бонне и сыграл там. Так когда я ему давал партитуру, она такая вот именно, ну, еще записанная, ну, с дивизии, вот так посмотрел с таким, а я для того, чтобы его успокоить, а там действительно, я ему сказал, эту музыку можно сыграть одним пальцем. И, наверное, реакция на это, Валя, как я тебя люблю. То есть реакция. Он сразу понял, что на это нужно реагировать. Но реакция неожиданная. А почему одним пальцем? Потому что там в основном это мелодический контур. Все это, вот это рождает мелодический. Но это другое дело. Мы дружили с Валей, мы учились на одном курсе в консерватории, играли в одной футбольной команде. Правда, он был правым крайним. А я играл в полузащите всегда. Полузащита – такое словечко, такое странное, как бы полуадвокат, полузащитник, но тем не менее. Вот, а Валя был активный, агрессивный, правый, крайний. Потом я, характеризую его как композитора, где-то написал, что он был крайним левый, крайним левым. В музыке, а вот на футболе был крайним правым нападающим. Он еще раньше обладал чувством юмора, и он даже был, ну, устраивал эти, ну, капустники. Это и не только чувством юмора, но он же и композиции делал. Значит, он и как композитор выступал, вообще он же и скрипач, но и обладает и композиторским, и у него есть сочинения. Но кроме того, сочинения были и на капустнике. Сердечная дружба у меня была с Леней Гробовским. Вот он немногословный человек, сдержанный очень человек, и сдержанный композитор, очень мало он писал, как известно. Но с ним очень мы крепко так общались, дружили. Я помню, я его завлек в один из капустников, заставил его, он увлекся и написал замечательно. Я заставил его написать, и я исполнял концерт для общего фортепиано с оркестром. На сцену выкатили два рояля. Я сел за сольный рояль, за сольную партию. Он сел за партию оркестра. Концерт был таким. Огромное оркестровое выступление Леня сочинил, Гробовский. Потом солист играл одним пальцем. «В лесу родилась елочка, в лесу она росла». Полтона вниз. Оркестр подхватывал, развивал это. Потом каденция пианиста, которая состояла из одной трели, последний замыкающий каденцию, разрешалась в тонику, и оркестр заканчивал торжественной кодой. Умудрялся каким-то образом, вот, устраивал редкие концерты с Кремером, со Шнитке. Он авторский концерт в филармонии провел, первый такой, ну, симфонический. Потом студенческий оркестр, он концертом довел до такого уровня, что он стал лучше играть, чем государственный. Это было очевидно. И, конечно, пятая симфония, это было, конечно, никто бы вообще даже и не рыпнулся бы туда. Он с ними сыграл это, в моей биографии это имеет, ну, просто решающее. Хотя перед этим он играл и авангардное произведение где-то в Новосибирске,
Это целая история есть. Я помню, поехал в Челябинск на гастроли и тут же взял его вторую симфонию к исполнению, вторую симфонию, где Валя еще, как и положено молодым ребятам, всем, не переболел тогда еще авангардизмом. Она была сверхавангардная, эта симфония. Челябинский оркестр был, это был оркестр оперного театра, и они восприняли это, ну, если сказать мягко, так, с перепугом. Этот материал, им трудно было разобраться в этом нотном тексте, но так с Божьей помощью и как-то разобрались. Но флейтист первый, пожилой человек, такой элегантный, высокий, седой, старик с седыми усиками, похож на такого отставного полковника, скажем, царской армии, поднялся и сказал: «Маэстро, я это играть не буду». И вышел из оркестровой ямы. И репетиции были в оперном театре. Это было ужасно, потому что ужасное событие, ужасный акт, потому что он был единственным играющим флейтистом в Челябинске. Был еще старичок, который играл вторую флейту. Пытался издать какие-то звуки, но у него выдувался звук реальный, один из трех попыток, скажем так. И он первую флейту никак не мог заместить. И все повисло в неопределенности, но инспектор оркестра, скрипач, по странной фамилии Горзальчик, такой городской зал небольшой, да, Горзальчик, сказал мне, что маэстро, мой сын учится в Свердловской консерватории по классу флейты. Я говорю, а можно его вызвать на гастроли, сыграть концерт? Он говорит, я попробую, если он успеет, он приедет завтра. Он приехал и участвовал. В этом концерте было указание, что пианист в одном месте должен был ударить по струнам рояля палкой от стула, ножкой от стула. Пианистом был очень такой современный человек, прогрессивный, нормальный. Но он встал на дыбы и сказал, как это просто палкой нельзя, почему именно от стула. Я позвонил Вале в Киев. Я говорю, Валя, ну вот пианист нас отказывается. Почему? А палку надо обмотать, значит, тряпкой какой-то. Я еще пошутил, Валя, а какого цвета тряпка должна быть, ты не указал. Он обиделся даже на меня. Нет, ты понимаешь, начал мне объяснять, что создается такая совершенно другая, значит, атмосфера. Я понял, что это бесполезно. И я, оркестр оперного театра был. Мы репетировали в театре, а концерт потом генеральные репетиции и концерт в филармонии. Мы пошли в декорационный цех. Я попросил пустить меня. Нашел я какой-то стул, который был выброшен не на помойку, а просто в сторонку. И ясно было, что на нем когда-то, может быть, сидела Виолетта там на сцене. Но сейчас он был явно не служебного пользования. Мы выломали оттуда ножку, бедный пианист. Я ему уговорил играть ножкой от стула. Ну вот, вторая симфония была исполнена все-таки. Первое исполнение в Сибири, так сказать, а может быть вообще в Советском Союзе. Ну, за Уралом точно впервые. Я его очень, очень ценю. И кроме того, я ценю, что он очень строг в самой работе. И даже если я там начинаю слишком яростно это, так он мне даже вообще делает как бы замечание. Он не является рабом композитора. Понимаете? Очень держит свою линию. Играть музыку при авторе всегда непросто. Потому что есть разные авторы, есть авторы, при которых играть невозможно совершенно. Из-за того, что, например, Сильвестров Валя, он так болезненно относится ко всему, что звучит, исполняемое не им самим на фортепиано. Тем более, если это первая репетиция, ну, опытные люди на первую репетицию вообще не зовут композиторов. Но когда я когда-то был неопытным дирижером и позвал его на первую репетицию его пятой симфонии, и я увидел, как он нервничает, как он просто выходит из себя, если что-то
не так, а все не так, потому что первая репетиция, оркестр неопытный, студенческий. Я его перестал пускать на репетиции вообще. На генеральную приходи, а так нет. Он покорно следовал этому, этой просьбе. Потом он, когда подарил мне партитуру, посвятил эту симфонию мне. По-моему, что-то ему еще, эти две песни на его стихи ему посвятил, еще я ему посвятил богатыри какие-то. Я его очень люблю. Он замечательный человек и прошел эту дорогу достойно. Есть разные формы взаимосвязи людей. Есть достаточно мне знать, что он живет на свете. И это мне уже хорошо. Никогда не строил никаких планов. Значит, жизнь как импровизация. В том числе и приглашение в Бонн на постоянную работу. Sie haben die Oper. Sie haben ein großes Orchester. Sie haben eine komplette Verantwortung für alles, mit Personal, mit allem. Jede Entscheidung ist bei Ihnen. Und das ist sehr gut gegangen, auch in der Operngeschichte. Also ich erinnere mich an Eugen Onegin, wo teilweise Fans von München gereist sind, weit weg. Und wir hatten am Anfang verabredet, ich erinnere mich sehr gut, wie ich ihn das erste Mal besuchte, nachdem die Entscheidung klar war, wo man mit neuer Generalmusikdirektor in Bonn, sind Roman und ich auf diesem Hügel bei der Philharmonie über die Straße in diesen schönen Park da oberhalb spaziert. Und ich habe ihm gesagt, okay, wir haben jetzt 5 Jahre Zeit und ich meine, wir müssen irgendetwas Außerordentliches schaffen. Was könnte das sein? Und wir haben entschieden, wir werden alle 15 Schostakowitsch-Sinfonien aufnehmen. Ein sehr großes Projekt. Und wir haben das gemacht. Dann nehmen noch andere Produktionen auch. Echo Classic 2007 mit Liszt und so große Auszeichnungen bekommen dafür. Dann in einer Zeit, wo ich damals Direktor in Wuppertal war. So ein schöne, kleine, gute deutsche Orchester. Mit einem wunderbaren Konzertsaal. Der damals renoviert wurde. Aber ich hatte schon einen neuen Ruf, nach Bonn zu gehen als Direktor von diesem jetzigen Beethoven-Orchester. Damals hieß es noch Orchester der Beethoven-Halle Bonn. Und Roman und ich haben das damals, Beginn seines Vertrages, verändert. Das ist Beethoven-Orchester. А в Бонне тоже, когда был юбилей, по-моему, 10 лет тому назад, это было 70-летие, его тоже было. Да, очень, очень симпатично все там справлялось. Его там просто обожали. Надо сказать, что я... Вот сейчас я была в Бонне как раз в декабре на конкурсе Бетховена, и оркестр играет намного хуже, чем играл тогда, когда был там Рома Коффман. Невозможно было не попасть под обаяние Коффмана, общаясь с ним. Я даже не знаю, по-моему, ни одного человека, который бы общался с Коффманом и оставался бы равнодушным после общения с ним. Очень важно, это, так сказать, после первой встречи, чтобы было желание, чтобы эта встреча бы продолжалась, чтобы было еще второй раз и третий раз. А это не очень часто бывает. Культура, которая за плечами исполнителя, культура не только просто профессиональная, дирижерская, но культура именно музыканта большая, она, конечно, слышна сразу, с первых нот. Конечно, одно наслаждение, потому что все концерты, которые у меня были на моей памяти, они всегда оставались такими отдельно, как бы вот просто вот какая-то цепочка концертов именно с ним.
он и блестящий рассказчик, и блестяще пишет. Потому что он пишет так, как рассказывает, собственно, когда его читаешь, то ощущение такое, что ты слышишь его. Это как я даже могу сказать, что как устные рассказы Ираклия Андроникова, который в свое время, когда читал свои, так сказать, сочинения, как бы свои рассказы, да, он потом, когда это читал уже написанное, да, такое же было ощущение, как будто ты слышишь его голос. Его книги вот такие, и не говоря о том, что они, во-первых, они безумно интересны, просто интересны, потому что это целая эпоха, которая как-то безумно красочно и живо описывает Ромой. И так же, как он умер, конечно, он замечательный рассказчик, но когда ты читаешь, это у тебя полное впечатление, что ты слышишь его голос, зная его, как он это рассказывает. Андрея Платонова, у русского писателя, есть такие слова: не обязательно владеть предметом своей любви, гораздо важнее чувствовать его постоянным жителем своего сердца. Вот так Рома – постоянный житель моего сердца. Уникальный человек, потому что каждое его проявление, оно вызывает удивление и желание вот прикоснуться к тому, что он делает. Или ты присутствуешь на его концерте, или вспоминаешь вот то, с чем ты был связан непосредственно в работе с ним, или читаешь его стихи. Это большая радость, когда на твоем жизненном пути встречаются такие люди. И такая гордость распирает грудь, когда видишь афиши, когда слышишь, он там по всему миру, с такими музыкантами, в таких залах, с такими оркестрами. Рома, я тебя очень люблю. Внезапно получил приглашение на кафедру преподавателя, на кафедру оперно-симфонического дирижера. Через 2 года меня пригласил проректор консерватории поработать со студенческим оркестром. Он этот оркестр поднял вообще до небес. Я помню, он такие вещи с ними делал, когда они звучали, ну просто, ну, как абсолютно профессиональный, хорошего уровня оркестр. Я помню, это фантастика. Я его считаю главным учителем своим, типа симфоническим дирижером. Кофман – это эпоха, абсолютно человек неповторимый, и роль имеет абсолютно свою. Какую-то он создал такой свой мир, который принадлежит ему. Вот его ученики, его манера музицировать, его стиль дирижирования, его стиль общения с людьми. Вот это все он создал, этот мир, который стал, конечно, толчком и примером для многих поколений музыкантов. Я помню все его уроки, я помню все его наставления. То есть мне повезло, потому что я застал один из золотых периодов Кофмана, потому что он тогда занимался много очень со студентами. Ну, хотя он вел такую бурную жизнь профессиональную сам. Но с ним занятия еще и чем углублялись? Они углублялись посещением его концертов, репетиций с камерным оркестром и с большим оркестром. Я на всех вот репетициях его бывало. В этом тоже большая ценность была. Я не могу сказать, что он подчинял учеников, за что я ему тоже благодарен. Его как бы главная такая теория была в преподавании дирижерском. Он так всегда и говорил, со свойственным ему юмором, что он говорит, когда меня спрашивают, как нужно дирижировать, я никогда не могу ответить, как, да. Но зато я могу точно сказать, как не нужно дирижировать. Да, такая свойственная, да, Кофману. Да, и до сих пор для меня остался стимулом в жизни. В работе с ним очень легко, а главное, что видно
оркестр очень четко, который голос у Романа Сакча не громкий, но железный на репетиции. Это такое, он такой мягкий и жесткий одновременно. И та дисциплина, которая слышна в любом оркестре, с которым он работает, когда они слушают его. Это вот, конечно, такое уважение завоевать сразу же очень сложно. Каждый раз, когда о нем вспоминаешь, то все время внутренне улыбаешься, потому что у него такой сильный свет идет от Романа Сакча, что любое упоминание вскользь, там, вспоминаешь какой-то момент, то становится сразу же тепло. Это вот как какой-то якорь, за который ты зацепляешься. Он из тех самых лучших, невероятно красивейший просто человек, и внешне, и внутренне. Но он символ человеческого достоинства. Remember that I don't think that I even, not even once Roman and I had to discuss tempo and how to work out a kind of detail and so on. It just flew. It was, I don't know if he conducted or he followed me, and so it was amazing in that sense. Singing the Wagnerian repertoire, when you do that, you are really dependent on how well the conductor understands singing, not just music, but singing. And it's that is the thing that is so positive to make music as a singer with Roman Kaufman, because he really is singing with you. There are some people with a natural authority. They don't ever have to ask for people to be quiet and listen and so on. They just talk with their normal voice and everybody can hear it. Everybody hears it at once and are fully occupied with what he's showing, what he's saying. It's always have this connection to the listeners, and that is so with the audience too. I think this atmosphere of positive thinking, it certainly came out to the audience as well. Готовясь к этому фильму, я встречалась с очень многими людьми во многих странах, и с выдающимися музыкантами, и с просто слушателями. И трудно было не заметить, что все, абсолютно все, признавались Кофману в любви. Роман Исакович щедро делится своим даром со страниц книг, конечно, в концертах. Но есть еще один дар Романа Кофмана, быть может, самый главный. Этот дар – быть человеком. Я не могу не присоединиться к этому хору и не могу не сказать: Роман Исакович, я вас очень люблю, вы нам всем очень нужны. Скоро сентябрь, начнется новый сезон, начнутся репетиции, и я очень жду, что я приду в филармонию, забегу к вам в артистическую, обниму вас, и вы, конечно же, скажете: ну, пойдем в зал. Ты меня узнаешь, я вот на сцене в черном. И это счастье.